Наценка на продовольственные товары в торговых сетях выше рекомендованной. Таков предварительный результат прокурорской проверки, проведенной на этой неделе. Вопрос у правоохранителей остались ко всем крупнейшим супермаркетам Краснодарского края. Это «Лента», «Ашан», «Магнит», «Окей», «Пятерочка», «Перекресток», «Табрис» и «Титан». За короткое время стоимость продуктов выросла одновременно во всех сетях, причем на одни и те же группы товаров. Особую тревогу вызывают так называемые социальные продукты – хлеб, молоко, яйцо и крупы. Они за месяц подорожали более чем на 30%. Насколько обоснован рост цен, предстоит выяснить антимонопольной службе. Сейчас ее эксперты проверяют, имеет ли место сговор и злоупотребление доминирующим положением на рынке.